Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня опять на этом озере, который у меня в городе. И буду опять ловить карпа на хлеб. На хлеб с поверхности. Так что посмотрим, что у нас сегодня будет. Ну, карп опять ходит здесь поверху. Я думаю, что-то туда поймаем. Хочется уже взять трофея. Под десяточку хотя бы такого. Ну и от пятерки мы, конечно, не откажемся. Сегодня встал. Он какой красивый там лебедь. Сегодня встал в новом месте. Тут, правда, вон возле ног 5 метров от меня трава. Ну, посмотрим. Я думаю, проблем не составит его вытащить отсюда. Он ходит, карпик. Выходной день у меня сегодня, народу на озере нету, потому что среда, это радует. Так что, может быть, сегодня даже и походим по озеру, поищем его. Или будем в одном месте ловить, но это уже, как говорится, как пойдет. Но пока будем пробовать ловить его здесь. Так что, что будет дальше, смотрите. И не переключайтесь. Лебедь сожрал весь корм, которым подкармливал карпа. И хлеб тоже. Так что надо закармливать заново. Но надо, пока он идет, подождать. Иначе это бестолку. Сегодня вот уже ветер поднимается. Обещали, что с утра будет тишина. Но как он его атакует за детенышей своих. Мамка злая, уток. Дала жару лебедю. Защищает, молодец. И вот сейчас ветер уже поднимается. Говорят, что писали в интернете, что сильные порывы будут сегодня днем. И посмотрим, как долго прорыбачим и будет вообще сегодня что-то. Какие маленькие утята. Только что поклевочка была на собачий корм. Но почему-то он его, когда с крючком, я еще ни разу не поймал так, чтобы собачий корм на крючке когда будет, чтобы он его заглотил. Берет, ну сразу же выплевывает. Наверное, все-таки он этот крючок чувствует. Леску и не получается засечь его. Он какой-то карпик заинтересовался хлебом. Ай-яй-яй-яй-яй. Поспешил, блин. Поспешишь, людей насмешишь. А вот это английские голуби. Их вроде бы еще называют лесными голубями. Вот такие вот. Простые тут тоже есть. Еще в нашем парке попугаи летают даже. Когда первый раз их увидел, офигел немножко, если честно. Ну а мы ждем карпа, блин, которого еще до сих пор нету. А вы говорите, платник, платник. Одна за одной. Наверное, уже час сижу, если не больше. Какие-то поклевки были, но не поймал. Привет! Корм взяла собачий. Вот, подкормил карпа. И кто у нас тут
Гуси. Ну, наконец-таки первый взял, блин. Yeah, nice. You on an end or you alright? Sorry? I'm fine, just seeing if you need an end. I don't know. Oh, go away. Время отпускать. Спасибо. Ну что, вот первого мы и поймали. Не стал его взвешивать. Вот троечка, наверное, 4. Отпустил его сразу же. И это, не знаю, часа 2, наверное, уже рыбачу. Первую рыбу только за сегодня. Поклевывает он, но почему-то не засечь его. И вот только вот одну досталось. Одну только вот поймал сейчас. Первый это у меня за сегодня. Ну ничего, посидим еще, половим немножко. Мат намочили, так что можно половить еще. Закинул подальше, чтобы если клюнет, чтобы подтащить его подольше. Ну блин, опять профукал поклевку. Сейчас пока ветра нету, можно видеть издалека поплавок, потому что когда небольшая волна есть, поплавок белый, блин, хреново его видно немножко. Хлеб слетел. И вот волна начинается, ветер, блин. Сейчас придется опять с ближней дистанции ловить. Ну вообще уже обнаглели, блин. Так и не половишь. Все, гуси уплыли, можно ловить. Попробую подальше закинуть, пока ветра нету. Только закинул, уже плывут, блин. О. Вот и второй у нас. Ах ты, сошел. Опять хлеб сбил? Нет, вот он. Это по плавку он бьет. Хлеб, наверное, сбил.
Нет, вон. Сейчас. Нет? Это я делал. Ну. И вот так весь день, блин. Хлеб, как он хлеб сбивает? Ну вот, кто-то, наверное, плохо сбивает. Да, нет, он просто тут уже на опыте. О, оставил тебе презент. Улов. Есть карп. Хочешь потащить его? На, иди, попробуй. Не, я не смогу. Ну, поддержи удочку хотя бы. Блин, он у меня там... Давай. Просто вот так держи и крути. Сюда пальцы, сюда руку, лево, правую. О, бляха-муха. Жена тащит карпа. Если она сорвется, блин. Ну ничего страшного. Не вини меня. Удочку вверх держи, расслаблять нельзя ее. Все, не крути. Сейчас поднимай просто удочку сюда и заводи его сюда, в сачок. Открой дужку. Закрой дужку. Это тут. Подкрути немного. Хотя не надо крутить. Подожди. А? Не надо крутить, там леска идет. Нет, снизу. Это все нормально. Вот и жена поймала своего карпа. Муж поймал. Ну вытащила это ты. Жена там что-то сделала. Будешь сфоткаться с ним? Нет. Ладно, сейчас сфоткаюсь и отпустим его. Ну все, будем отпускать красавца. Не в ту сторону плывешь, дурачок. Вот туда давай. Спасибо. Пошел. А вот и третий карп. Первого достал, второго жена. А это уже третий. Да, навряд ли. Ну, как он бьет, блин. Ну, я думаю, чтобы все было видно. Ого. Ты тут здоровый. Ничего себе. Этого мы даже свесим. Так. Бедненький. Говорят, чтобы карп успокоился, надо ему закрыть глаза. Пока не помогает. Теория не подтвердилась. Ой. Сколько там? Показывает 6. Ну, значит, 6 килограмм. Хорошо. Такой карпик, да? Ну да, красавчик. Ой, какой красавец.
Красиво, да. Иди ближе к камере. Давай, отпускай, это он уже устал. Ну все, будем отпускать его. Услышал, что отпускать будем. Ой, как красиво. Пускай живут такие красавцы. Вообще, ух ты еще, блин. Постом макну. Ну все, спасибо. Доволен? Да, ништяк. Он опять подошел, только закинул, того отпустил. Пытается опять взять. Но это, наверное, маленький, потому что тот большой он взял сразу же. Ну-ка, ну-ка. Ну что, пришла жена и сразу же дух поймал. До этого часа два сидел одного только. Пришла жена, один сход. Одного дал ей вытащить. Вот этот третий, который на 6 кило, это был последним пока. Еще часика 2-3 у нас есть. Посидим еще немножко. Отошел, блин, в сторону. Жене говорю, подсекай, она... Но это небольшой у нас. Нечего отходить. Ну да. О, это вообще маленький. Тише, 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 иди сюда. Как борется, а? Приятно. Ну все. Черный такой. Мы его быстро отпустим. Вон чем хороши безбородые крючки. Дал слабину, и он отцепился. Ну, он такой. Небольшой, килограммовый, наверное. Давай, малыш. Ну куда ты? Спасибо. Ушел. Это у нас сегодня четвертый уже. Чего не подсекала? Не с той стороны удочка стояла. Как всегда. Ладно, закинем еще. К жене опять черепаха пришла. Сейчас выскочит видео в правом углу. В тот раз тоже здесь ловили, тоже черепаху кормила. Сегодня вот опять. Ты не кидай туда, потому что там тина это. Как подбирается? Ладно, будем заканчивать рыбалку. 4 карпа поймал сегодня. Вернее, 3. Одного жена. Пойдем домой. Подышали воздухом. Можно идти отдыхать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте пальцы вверх. И пока.